главный. Папа сильный. Папа знает все на свете. Потому что папа может все, чего желают дети. Может стать волшебной феей. Или ежиком из леса. Потому что папа любит все, что детям интересно. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай стихотворение про папу, пришли на почту anaporegion@gmail.com и выиграй планшетный компьютер. Подробности на сайте anaporegion.ru.